так давно состоялся релиз модификации на Stalker ZOO в Припяти Anizer Zone Mod. Несмотря на платформу ZOO Припяти, действие модификации разворачивается на локациях, больше знакомых нам по первым двум частям оригинальной трилогии. Локации, судя по всему, были портированы из чистого неба, и всего в модификации задействовано 4 территории. Кордон, Агропром, включая частично оба подземелья из теней Чернобыля и из чистого неба, Темная долина и армейские склады, куда мы попадаем ближе к финалу и совсем ненадолго. Так какие же у этой модификации есть плюсы и минусы? Безусловно, в свете последних событий самый огромный плюс этой модификации в том, что она вышла. Да-да, не смейтесь, после того, как за последний месяц закрылось очень много ожидаемых проектов и был довольно большой перерыв и затишье в сфере сталкерского моддинга, выход Anizer Zone мода стал событием. Но, конечно же, это не единственный плюс данной модификации. Радует глаз хорошо проработанная графика. Абсолютно новый сюжет, начинающийся в прологе, вышедшем за год до релиза модификации, а именно в конце октября 2015 года. Конечно, пройти мод можно и не проходя пролог, но тогда вы не узнаете, как началась история медика группировки «Свобода» Григория, который является немаловажным персонажем в этой истории. К модификации адаптирован и внедрен широко известный сталкер Call of Pripyat Weapon Pack. Также реализована селекция артефактов, которая, если быть честным, добавляет в игру немного читерства, так как мод и без супермодификатов не является хардкорным. Но на мой взгляд, в этом скорее его плюс, а не минус. Хардкорных модификаций за последнее время мы видели уже много. Anizer Zone мод в этом плане возвращает нас к атмосфере старого доброго сталкера, суть которого заключается не в перестрелках и горах мяса, а в атмосферном геймплее и хорошо продуманной квестовой составляющей, чем Anizer Zone мод нас безусловно порадовал. Почему я решил, что задание и сюжетная линия в этой модификации хорошо продуманы? Да все просто. Мод можно пройти практически без лишней беготни, которая так присуща сталкерскому моддингу. Перейдя на очередную локацию, вы, проходя по сюжету, набираете заданий, выполняете их и переходите на следующую территорию. Есть, конечно, исключения, но для таких случаев предусмотрен проводник на Агропроме. Еще бы проводника в Темную долину, и беготня бы сошла на нет. Из минусов, которых совсем немного, я мог бы отметить довольно легкое начало. Возможность быстро и просто экипироваться. Упомянутую выше читерную селекцию артефактов и не нахожу я больше минусов в этой модификации. Пройдена она на одном дыхании, вылетов и проблем у меня лично не было. И даже концовки, поначалу показавшиеся мне странными до маразма, после спокойного обдумывания оказались выполненными в духе зоны отчуждения. Это она решила, что сестра будет жить, если Артем поможет чужому ему человеку. Вот такие впечатления у меня от прохождения данной модификации. И напоследок хотелось бы поблагодарить разработчика этой чудесной истории и посоветовать тем, кто по каким-то причинам еще не прошел эту модификацию, обязательно это сделать. Несмотря на свою непродолжительность, сюжет получился очень крепким и интересным. Остается пожелать автору удачи и надеяться на продолжение этой замечательной истории. А я на этом с вами прощаюсь. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк, расскажите обо мне своим друзьям, и я постараюсь и в дальнейшем вас радовать своими обзорами и прохождениями. Всем удачи! С вами был Слесарь 6-го разряда.